Всем привет! С вами я, Алиса. Рада видеть вас в моей новой рубрике «100 грамм красоты». В таких видео мы будем с вами рассматривать кукол, находить самые мелкие, интересные и красивые детали и изучать истории персонажей. А самое главное, такие мини-обзорчики я буду выпускать регулярно! Надеюсь, эта рубрика поможет вам быстрее определиться с выбором на ту или иную куклу. Более детальный обзор на куклу вы можете посмотреть по ссылке в описании. Так что прямо сейчас подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Ну а сегодня речь пойдет об одной из самых шокирующих кукол в линейке Monster High. Своим выпуском этот персонаж заставил всех орать, кричать и радоваться. Встречайте, зомби Гага! В 2016 году Mattel и Born This Way Foundation запустили в линейке Monster High куклу, вдохновленную певицей Леди Гага. Первоначально она была создана как символ победы доброты. Задача дизайнеров куклы была в том, чтобы через образ пронести некоторые ответы на сложные вопросы, которые постоянно встают перед подрастающим поколением молодежи. Вопрос: как можно благополучно жить в одном едином мире, несмотря на то, что все люди такие разные? Вдохновлением для дизайнеров послужил образ певицы Леди Гага из клипа на песню «Born This Way». Именно эта фраза напечатана на принте ее дополнительного комплекта одежды – клетчатого платья-туники. Основной образ куклы – убийственный черный смокинг безумно интересного фасона, сильно приталенный, с изгибами форм на груди и по низу пиджака. Зомби Гага убеждена, что каждый монстр должен носить то, что помогает ему чувствовать себя уникальным. Пиджак имеет настоящую подкладку, на которой также имеется принт с названием той самой песни «Born This Way». А расклешенные к низу рукава здорово гармонируют с расклешенными к низу довольно узкими брюками, держащимися на стройной фигуре героини парой узких брючных подтяжек. Дополняет эту двойку белоснежная блузка с галстуком-бабочкой черного цвета на шее. Удлиненные брюки скрывают лакированные черные сапоги, ботильоны с имитированной шнуровкой. Все это дополняется огромной платформой подошвы и безумными шпильками-каблуками. Жесть! Как на них можно стоять и ходить? А еще не надо выступать на сцене перед поклонниками. У куклы длинные розовые волосы с мелированием серого оттенка в верхней надлобной части головы. С прошивкой создатели куклы явно на славу постарались. Волосы подобраны на один бок и собраны в длинный лошадиный хвост. Присмотревшись внимательно, замечу, что прическа зомби Гаги немного напоминает прическу Кэти Нуар. На голове у Леди Гаги восседают черно-серые четырехугольные брутальные очки. А вот присмотрелась на очки и сразу вспомнился Клод Вульф из серии «Свит 1600». Кстати, а белая блузка напомнила образ директрисы Бладгуд. У куклы шикарный макияж, похожий на скелету Калаверас. Крупные глаза зомби Гаги обрамлены тенями черно-пепельного тона. На кистях рук у нее татушки со своим именем. Типа напоминает нам: не забывайте, как меня зовут. Обратите внимание, как у нее активно поступили вены на голове. Это напряжение какой силы может вызвать такой эффект? Кстати, а вены на лице напомнили мне кукол из серии Zombie Shake. Ух, похоже, я так хорошо знаю всех куколок Monster High, меня не проведешь. Но все же у зомби Гаги есть своя изюминка. Надутый шар из розовой жевательной резинки во рту куклы. Наверное, он добавляет ей такой антураж взбалмошной девчонки из школы монстров. Зомби Гага — подружка, которая обожает храбрых, добрых и дружелюбных. Монстры со всего мира стремятся к ней. И все благодаря ее милому характеру, клыкастому таланту и фантастическому чувству стиля, меняющимся с ее настроением. Зомби Гага спешит распространить любовь по всему миру и приглашает всех монстров присоединиться к ней. Вышел невероятно эффектный и запоминающийся образ. Недаром говорят: красота – великая сила, и красота спасет мир. А как вы относитесь к зомби Гаге? Напишите в комментарии, мне будет очень интересно почитать и поотвечать. А более детальный обзор на куклу вы можете посмотреть по ссылке в описании. Не забывайте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и поставить лайк под этим видео, а также найти меня в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграме. Все ссылки будут в описании. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and K.
Крейзи. Пока-пока!